Итак, кому интересно, как поживает моя брассия, вот она активировала корни. Видите, вот зелененький корешочек. Вон оттуда у вас из старого корешочка новенький. Как растет. Тут их, в принципе, не сказать, что много, но, тем не менее, я вижу какой-то эффект. Вот они, видите, светленькие. Двигать ничего не буду, показывать ничего не буду. Здесь примерно, ну вот я вижу, три росточка. Вот носик один, около него два. Вот, вот здесь вот, вот тут вот. Смотрите. Один, два, и вот еще. Здесь третий. Вот вообще, я случайно его вообще решила вчера достать вечером. Стала крутить, то что переживаю очень. Никаких вот тут вот я ничего не вижу. Хотя, вот здесь вот припухшие. Я не знаю, что это. И вот почечка. То есть, видите, да, вот она почечка. Вот здесь вот. Очень, вот она почечка, очень неудобно. То есть я сейчас встала прям под цветом, чтобы показать вам, как идут корешки. Я довольна, я так думаю, что это корешки как раз, что эти корешки как раз идут от новой бульбы. Они были засохшие, вы, наверное, помните, вы видели. Вот, ну это уже хорошо. Потом я где-то еще видела... Вот здесь вот новый корешочек. Сейчас мне очень тяжело его найти, потому что я держу, да, вон там. Вот новый корешочек там. Мне не очень удобно за счет того, что оно очень растение массивное и на одну сторону идет. И я боюсь, что он вывалится у меня с горшка. Поэтому я сейчас показывать, ну, не смогу вам. Также сейчас вам покажу, что происходит с закапиталумом. Итак, как поживает наш зик дикапиталум? Смотрите, у него вон там два чудесных корешка, которые себе превосходно и не только там, и вон там внутри. Не знаю, видите вы или нет. То есть у него корешки чуть-чуть толще, чем у брассии. Ну, такой как бы сорт. Угу. У нас немножечко... Видите, бульбочка, она подросла. Она стала больше. То есть она была меньше. Если посмотреть старое видео, то будет видно. Вот я так его посадила. То есть тут видно, да, что серамис у меня, мох, кора мелкой фракции. Ну, не прям мелкой, но и не огромная. Дальше. Вот корень. Я, честно, он как бы ушел в... испачкался, ну, возможно, он даже как закупленный. Потом еще тут у меня были где-то корешки. Вот корень. Видите, да, что он тоже... Я не могу понять. Не могу понять, но главное, что у меня растет новая бульба. Вот корешочек вижу, он не закупленный. Он не закупленный. Вот. Ну, главное, что я хочу сказать. Не залить его. Вот. Не знаю, посмотрела в интернете, как за ними ухаживают, поливают их вообще. Что за капиталом, что брассию, там, я не знаю, раз. Кто в 10 дней, кто в 7 дней. Ну, конечно, все зависит от условий, да, домашних. Вот эта вот бульба, она очень сильна. Она очень сильно сдулась. Но у меня вот эти бульбы, я когда сажала, я их отсоединила. Отсоединила не для того, чтобы у меня было два растения, да? А отсоединила для того, чтобы их посадить на одном уровне. Потому что так как вот они росли вот так вверх, вот, мне было не очень удобно так сажать. Поэтому я посчитала нужным, ну, я вернее посчитала, что вот эти вот два растения справятся. Ну, а вот эти вот два там, ну, как получится. Видите, вот бульба одна сдулась. Напомню, одна бульба у меня была испорчена, я ее выкинула. Вот, она мне не понравилась, я ее сразу
вообще без какого-то усилия просто сняла, вообще просто она, знаете, даже никаких усилий не предприняла для того, чтобы там ее вырвать или еще что-то. Вот. Поливаю как бы редко получается. Но стоит она у меня тоже в тепле. Поэтому как-то так. Пока мне особо сказать про нее нечего. Исключительно вот с моей точки зрения. Вот пока растем. Всем спасибо за просмотр.